Омские спасатели потушили пожар на новой ледовой арене. К счастью, в рамках учений. Сотрудники МЧС быстро обнаружили условный очаг возгорания и вывели из помещений якобы пострадавших. Легенда такова. Горело помещение на первом этаже. Рядом трибуны, на которых около 12 тысяч болельщиков. Как полагается, сработала пожарная сигнализация. Сотрудник ледового комплекса позвонил по телефону 101. Специалисты прибыли на место через 5 минут. Участие приняли 45 человек и 8 единиц спецтехники. Как пояснили сами пожарные, к тренировкам относятся не менее серьезно, чем к настоящим происшествиям. Все условия максимально приближены к реальным. Дым театральный, здание обесточено. В темноте пожарные спасатели нашли 4 пострадавших. Группа тщательно обследовала темные и задымленные помещения. В таких учениях учитывается слаженность работы подразделения и, конечно, время. В условиях настоящего пожара в густом дыму очень сложно найти очаг. Очень много расходуется воздуха, и спасатели сильно устают.